自分が死ぬか相手が死ぬか、そういう戦いの影に取り憑かれてる。だからあの子ここから逃げなければならない。Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. С вами я, Влад Экпорт, мой никнейм. У нас сегодня контент, связанный с Arknights. Это что-то такое красивенькое, невероятненькое и очень, очень возбуждающее. Потому что я смотрел сериал по Arknights. Это было давненько, уже все позабыто, многое позабыто. Но тот персонаж, про которого сегодня пойдет речь... Естественно, в голове у меня остался. Фига, у меня камера аж дернулась. Не видели вы или нет, но у меня аж камера тряханулась, как я только сказал об этой девушке. Обалдеть, нифига себе совпадение. Это не просто так, да? Упомянешь ее имя и дернешься. Офигеть, ладно. Сегодня у нас заказ от анонима. Но почему ты не написал свой никнейм? Вот как мне узнать, кто это? Кому мне обращаться? С кем мне общаться? Ну как так-то? Ну никакого праздника. Я хочу узнать, кто сделал такой заказ. А вот как узнать, не знаю. Вот аноним, напиши, кто ты. И мне интересно, вот кто ты реально. Если бы это был Спектр, то он бы написал, что это Спектр. Я знаю, когда он заказывает. Если бы это был Блоди, я бы узнал, что это Блоди. Потому что Блоди тоже раньше заказывал по Arknights ролики. Ну а так, я не знаю. Я не знаю. Ну да ладно. Ну и ладно. Ладно, буду вот ни с кем не общаться. Вот буду сам с собой общаться. Вот так вот. Ладно, аноним-то как хочешь аноним. Значит, The Daggers Infernus Arknights. Официально 15-минутная анимация о персонаже V. Версия с русскими субтитрами. И второй ролик Arknights EP Arsond Поджигатель. Музыкальная тема альтер версии V. Нашел версию с русскими субтитрами. Я открываю эти две ссылки. И они у меня вот открыты, в принципе. Я ставлю лайк за стороне и здесь лайк за стороне, и здесь лайк за стороне. Давайте смотреть первый ролик, 15 минут практически. Сначала без стопов, просто насладимся фул атмосферой, кайфанем. А потом уже со стопчиками пройдемся, если надо будет пройтись. Поехали наслаждаться контентом. Аноним, кто бы ты ни был, спасибо за этот заказ. И в следующий раз, если будешь что-то заказывать, то напиши свой никнейм, потому что я хочу с кем-то разговаривать, кому хочу кому-то обращаться. А сейчас мне придется вот как-то, ну как-то, ну не, я хочу с кем-то общаться, а мне не с кем общаться. Ну никакого праздника у меня не будет. Поехали смотреть. Ви, это всегда в сердечко. Видишь, моя прелесть. Посмотрим ее историю, черт возьми, она интересна. Кого-то зарезали. Ножик серьезный. まもなく封鎖される予定です。規制期間中は区間通信に影響があると考えられます。Атмосферно, очень атмосферно идет пока, просто потрясающе. Красота невероятная. Пока просто шикарно. Просто даже сбивать не хочу ничем. GR9401GR9409GR9426 こいつらはレイベントの仲間だ。軍人一階の傭兵さん。暗殺作戦の後軍の駐屯地に戻ってきたやつはいなかった。監視役によれば連れ出したのはレイベントだ。どうも領外に何かを送り届けようとしてたらしい。Ух, какая вертуха залетела. Ну да,
興味はあるか？急いだ方がいいぜ。奴を狙っているのはお前だけじゃないからな。Кто же охотится за ними? Ой-ой-ой. Ха? Хорошо. Какая красота, ну, друзья мои, без комментариев. Это просто колоссальное удовольствие. По красоте просто что-то невероятное. По сюжетным линиям тоже разъёб для тех, кто шарит 100%.
до мурашек, просто до мурашек, конечно. Ике! あのガキ一体誰なの？ずいぶん過保護ね。俺の娘だ。あの子は関係ない。バблизко.手が死ぬか、そういう戦いの影に取り憑かれてる。だからあの子ここから逃げなければならない。逃げるってどこ？この先は移動都市の航路だ。あんたたどり着けない。Это просто разъем. А ну гаки ва, нао сара мури ва. Прям до мурашей опять. Дайжоуса. А ну куни ва, мирай га ар. Две скорости большие.
разъеб какой-то. Да, аноним. Это ролик, который для поклонников этой вселенной, естественно, мне кажется, одно из лучших, что вообще можно будет посмотреть. Мне кажется, тот самый случай, когда мне даже не надо ничего тут разбирать, потому что это просто ролик, который шикарен во всем. Он очень атмосферный. Нужно знать предысторию, чтобы понять его полностью. Просто все на таком уровне, до таких мурашей, что я не знаю, сколько раз я эти мураши, в принципе, испытывал. От начала и до конца просто одна большая невероятная эмоция. Настолько качественно проработанный ролик. Кадры. Музыка. Все. Абсолютно все. Я не знаю, друзья мои. Вот, ребят, кто шарит в этой вселенной, да, кто разбирается в этом всем, да, напишите, что именно нам хотели показать здесь разработчики, потому что история достаточно сложна и можно накосячить очень серьезно. Очень серьезно накосячить можно. Я даже не хочу браться за, в принципе, ну вы знаете, как мои реакции проходят там, со стопами и так далее. Но здесь история настолько серьезная, что я не хочу в эту серьезность влазить в плане того, что осквернять данную историю моими какими-то размышлениями, мыслями мне не хочется, потому что это... это чересчур роскошная работа, чтобы я ее как-то обсуждал в плане того, что домысливал то, чего здесь нет. Альтернативные вещи, это, конечно, хорошо, но когда ты вот не шаришь в этой теме на все 100%, да, не знаешь историю Ви полностью, да, вот, которую нам здесь показывают, и вот предысторию этого всего, я не хочу копаться, ребят, честное слово. Уж больно роскошная работа, чтобы ее осквернять и загрязнять своими комментариями в плане того, что я бы тут высказал. Давайте еще раз посмотрим, конечно же, но попытаемся что-то, конечно, сказать. Но то, что какие-то там теории я могу излагать, да, которые я вижу здесь, я не стану. Потому что аноним, при всем уважении, но это чересчур мощная работа, она... она какая-то прям невероятная. Я много раз сидел в мураше. Это одна из лучших работ в этом году, которую я смотрел. Реально очень хорошо. Хотел бы я заострить внимание именно тут на кадрах каких-то и вот на чем-то таком. А вот чтобы палитр смысловой разбирать, не хочется, потому что уж больно серьезная работа. Вот не хочу она им. Не хочу. Но на самом деле смысловой палитр просто многогранен. И кадры, которые нам здесь демонстрировались, персонажи, которые нам здесь показывались, природа. Ну тут все хорошо, ну все хорошо. Ну нету тут ничего плохого вообще в плане именно того, как создали этот ролик. Все на эталон, на высочайшем уровне. И проработка абсолютно каждого момента зашкаливает, друзья мои. Еще раз смотрим со стопчиками, но без каких-либо теорий. Это, наверное, первая реакция, где я не хочу. Я хочу как можно меньше тут говорить и как можно меньше всего добавлять. Вот это та реакция, которая вот получится такой, какой есть. Потому что реально вот портить сейчас с собой вот эту вот атмосферу всю душераздирающую, я, если честно, не очень-то и хочу. Реально аноним, ну при всем уважении, да, ты сделал заказ, но мне не хочется портить эту атмосферу. Ну она перебор, она чересчур хороша здесь. Я не хочу реально, ну как-то, ну это будет испорчение, не знаю, ну зачем? Зачем я приду и буду свои краски здесь вот это намазывать? История и так полноценная. Те, кто захочет, поймут ее и без меня, естественно. А
здесь смеяться над моими мыслями, ну, не очень-то и хочется, потому что история реально, она невероятная. И какие-то чувства юмора свои тут добавлять вообще, по сути, без... не надо. Не надо это всего делать. Так что еще раз смотрим, но какие-то малейшие стопы будут, но, мне кажется, их будет минимальное количество. Все-таки я не хочу, еще раз повторюсь, эту работу каким-либо образом портить своими комментариями. Это будет лишнее. Это будет очень даже лишнее. Поехали еще раз, но по поверхностям пройдемся. По поверхностям, естественно. А вы, кто шарит в этом Аркнайтсе, да, невероятном, в этом персонаже, напишите, как вам эта работа и насколько вы ее оцениваете. Мне кажется, многие тут поставят 10 из 10, потому что работа реально сделана так продуктивно, как это вообще в принципе возможно. Let's go еще раз. Но малейшие стопори будут. Малейшие. Но я хочу еще раз просто пересмотреть, потому что это мураши, я хочу еще раз этих мурашей получить. Начинается все с того момента, как кто-то кого-то убивает. И мы знаем, кто кого убивает. Точнее, мы знаем, кто убивает кого-то, но не знаем, кого убивают. Вот так вот. Нож, конечно, невероятный. Ну и, в принципе, вот такой взгляд, наверное, глаза, ближние ракурсы будут, это вообще разнос лютый. Кого она здесь убила? Вопрос интересный, конечно, да? Понятно, начинался ужас какой-то здесь, и проблема с этого начиналась большая. Начали новости, приграничные зоны начали закрывать. Вот вам, по сути, и начало конца какого-то жесточайшего. Вот эти кадры просто невероятны. Здесь то, как избавлялись от людей, да, как их выкидывали просто. Очень красивый кадр, опять же. Переход просто идеален. Посмотрите, как качественно это сделано. Как качественный переход. Это шедевр. Это шедевр. Ну, шедевр. Показ истории, скорее всего, персонажа, которого выкинули. Наверное, через нее это показывают. Как-то так. Интересно, топ-секрет и какие-то персонажи, за которыми идет, наверное, охота нашей главной героини. Просто, ребят, ну посмотрите. Ну, заряженность нашей девушки просто зашкаливает. Глаза просто безумны. Те, кто стоят напротив этой девушки, вам как бы пришел крындец полнейший. Те, кто насолил ей, не останутся в покое, я уверяю. И здесь она заряжена по полной программе, этот взгляд нам дает явные тому доказательства. Невероятно. Она говорит, нашла. Нашла, походу, тех людей, которые были причастны к чему-то ужасному. Очень красиво, опять же, этот нож и это название, которое за ножом идет. Фу, невероятно. Интересный случай. Три имени произнесло. Позывных, не позывных, я не знаю. И именно три фотографии были на той обложке, на тех документах. Может быть, это он о них говорит, вполне вероятно. Вунджин-кай-то-йохэ-са.
Военный совет. Тоже важное, интересное слово. Военный совет. Военный совет, точнее. Не вернулся в гарнизон, потому что она, да, ну, Ви всех как бы порешала. И они что-то перевозят, и мы видим, конечно же, эту сумку. Ух, этот кадр хочу словить. Это было очень близко к глазу. И вот она собирает, собственно, вот эти вот все вещи, которые идут от этих ребят себе в коллекцию. Исойда хога изе, яцу нераттиру нова, омай даке жа най кара на. За ними, видать, охотятся много кто. Ну, это красиво. Минус еще один. Вот это обалденные кадры. Просто фу-фу-фу, какие кадры. Милота, ну милота, естественно. Это может обложка даже, хотя нет, там обложка будет другая, но все же, ну посмотри, какая прелесть. Видать, эти люди сделали что-то такое, что разъединило Ви с вот той девочкой, которая была у нее раньше. Ну, я думаю, это так как-то работает, да? Я не могу говорить об этом на 100%, я не хочу об этом говорить, но как будто бы это так. Не просто так, да, такие переходы из той невероятной обстановки с ее дочкой или же... Не знаю, приемная дочка для нее, не знаю, ребят, не разбираюсь в этой теме, ну реально не шарю. И после этого такие переходы убийственные, скорее всего, вот она мстит за эту девочку, за то, что с этой девочкой что-то случилось. Может быть, это большая отсылка на то, что в самом начале нам показали, как какую-то девочку выкидывали, может быть, они выкинули эту девочку, и после этого она стала тем, кем стала, я не знаю, друзья мои, ну реально, помогите, ну дайте руку помощи. И вот, собственно, здесь она оставила от предыдущего человека этому человеку послание в виде вот этого, вроде бы как. Вот тебя как. Кадр, кстати, знакомый изначала тоже, плюс-минус такой же кадр был. Докое икунока? Взгляд серьезности просто. Куда же ты отправляешься? Это природа. Опять же, вот эти цветочки, это одна большая пасхалка на что-то, вот на что именно. Увы, ах, мне не дано знать. Атмосферный кадр, опять же, хоть на обложку ставь, не знаю, на рабочий стол. Подожди, там интересно было? Кто-то с правой стороны наблюдателем является. Смотри, с правой стороны вот стоит человек и наблюдает. Интересная отсылка. Она будет показывать человека со стрелами. Интересно. Стрел стреляли.
Да и ближние ракурсы. Отражение. То есть они в отражении видели не того, кого нам на камере показали, а абсолютно какого-то, ну, невменяемого персонажа, скажем так, да? То есть не похожего на себя вообще. Ясно, понятно, что это здесь происходило, и идет по историческому следу того, что здесь происходило когда-то. И вот, собственно, что от этого человека, наверное, осталось. Показывают воспоминания прошлого. И тот самый цветочек, который мы видели в размере 3 штук, чуть раньше и не только там. Опять же, душераздирающий взгляд. Воспоминания, которое было когда-то. И кто-то кинул гранатку. Может быть, ее, кстати, кинул тот человек, который был снаружи, которого мы видели с правой стороны наверху экрана. Может быть, это был он, с которым будет сражение чуть дальше. Эпично. Очень эпично было. Интересный переход, и здесь какой-то эпик начинается серьезнейший. Да и до этого был эпик. Тут весь ролик эпичен. Это кладбище душ. Такие кадры, конечно. Вот сейчас разделение будет. Это просто мураши в мурашах сидят. И еще мураши, которые мурашеют, тоже в мурашах тоже сидят, конечно же. Короче, у нас тройные мураши в мурашах. Вот здесь топ-момент, просто разнос. Вот это вот просто... Вот оно, разделение. Просто разделение. Это показано эпично максимально вообще. Фух. Обалдеть. Ну это... Ну, ребят, ну вот как вам ролик? Напишите реально по 10-бальной шкале. Вот по 10-балке напишите, вот насколько вы оцениваете именно ролик. Мою реакцию вообще не берите в учет, это не реакция, это мы просто смотрим.
красиво, но и темные времена, и светлые времена, все очень красиво передано. Ну, черт побери, ну это здорово. Это тоже душераздирающие моменты. Просто писец. Я не знаю, кто виновен, кто нет и так далее, но то, как она его скинет вниз, и то, что она скажет ему, это просто писец был конкретнейший. От нее не убежишь, мужик, увы, ах. Это просто... Ике! Не знаю, как вам, друзья мои, но... Ике! Посмотрите на этот взгляд. Посмотрите на эти эмоции. Мне нравится. Мне нравится в этом кадре вообще все. То, как они прорисовали эмоциональное состояние девочки вот этой. Выше всяких похвал. Просто выше всяких похвал. Да, аноним. Но это вот... Это ради вот этого кадра стоило смотреть это все. Просто ради этого кадра одного. А этих кадров тут было очень много. Просто когда мы видим ребенка вот с таким выражением, это просто все, разрыв эмоций просто максимальнейший. Еще со слезками. Еле-еле бегает. Здесь нам показаны эти причинные болезни, кое-какие, которые раскрывались как раз в аниме Arknights, мы помним. あのガキ一体誰なの？ずいぶん過保護ね。Как она на высоких нотах это сказала, да? Уф, прям страшно стало. 俺の娘だ。あの子は関係ない。Здесь интересно, я пропустил, когда первый раз смотрел, что он тут сказал? 俺の она моя дочь. 娘だ。あの子。Она моя дочь, она не имеет к этому никакого отношения. То есть стопроцентность того, что Ви за что-то мстит, однозначно. Вот только за что, я пока не до конца понимаю, ну, потому что я Эйкпорт, я тупой. Не забываем про это. Но он говорит о том, что она не в этом, ну, не виновата, что он за это несет ответственность. Но Ви, походу, уничтожает всех, кто связан с тем, что произошло когда-то. А так как она является дочерью вот этого человека, то она связана с ним. Скорее всего, это такая палитра. Как-то так. Поканкерай! Топ момент. Бау. Как Человек-паук летает, смотри-ка, да? Пошел процесс драки. Чистейшее мясо. Неожиданный маневр. Нам показали такой момент, когда она когда опустошена была, он вспомнил, ради чего она это все делает, и взяла себя в руки, да, как будто бы. Тут сейчас взрыв. Пау! Минус мозг. Блин, ну... Что бы ни было в этом ролике, это выглядит просто сверх чего-то, да? Драки сверх, пейзажи сверх, душераздирательные моменты сверх, Ви сверх, все персонажи сверх. Ну, короче, все, 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 все. Вот это вот микроулыбка такая. Под музыку взрыв, ну а как иначе? А
А, это больно, это выглядит даже больно. Вот это вот сейчас просто момент, который эпичнее всего эпичного. Обалденный взгляд. Бежать некуда, наверное, в этой вселенной. Так, недалеко отсюда должен проходить мобильный город. Вот так вот. Такой взгляд. Как будто бы она поняла, что может быть в этом мобильном городе есть какая-то правда, которую она не знает, и о которой она может узнать, или же там скрывается тот человек, которого она потеряла, и вы понимаете, о ком я говорю. Интересно. Просто... Но ты до него не доберешься. И здесь сейчас эпично будет сказано, и вот этот толчок. Как будто бы, да, видим сердце, и сердце протыкает нож. И как будто бы она этот нож сердечный протыкает, да? Судьбоносный. Я хочу еще раз. Это эпик. Это эпик. В воспоминаниях его дочка, наверное. Эпичная музыка, песня, все, конечно же, здесь совокупляется в единое целое. Это всеобщий оргазм для этого ролика. И что касается дочки, он говорит, что у него все будет хорошо. Может быть, она тоже прокачанная, как и он, потому что сейчас, когда он падает, он как-то многофункционален становится и как будто бы выживает от этого падения. Ну или мне так кажется. Ближние ракурсы. Топ, как всегда. Ну, отсылка на прошлое. Загорелась чем-то, да? Еще раз загорелась. Она и была разогрета, но здесь еще больше загорелась как будто бы чем-то. Это то, конечно, прыжки. Эпик убегания. Он, получается, уже из последних сил, да? И из-за этой болезни, то, что вниз упал, все равно продолжает бороться. Как будто такое, да, состояние. Чуть-чуть как будто бы, да, растерянности здесь, вот мне кажется, именно настроение. Та самая дверь. Кайф. Дверь в прошлое, скажем так, да? Офигеть, ну тут что не кадр, то атмосфера. Как...
так же красиво. Ой, Кэнон. Ты уже уходишь, Ви. Блин, атмосфера. Атмосфера. Получается, знаешь, что было, понятно, он хочет ее как можно дальше, чтобы она ушла, да, он ее там в самые низовья отправляет, да, своей силой, последним, что у нее есть. Она все равно борется и вспоминает то, что, ну, ради чего она идет до конца вперед и пытается выбраться оттуда как можно быстрее и как можно жестче. И сейчас у нее это получится сделать. Вот этот взрыв. Скажем так, перерождение во что-то новое еще раз произошло. Найди новое начало. Атмосфера, природа, опять же все. Тот самый карандашик, ну или же мелок. Удивленный взгляд. Офигеть. Но это та девочка. Какие-то тонкие отсылки, концовка невероятная. Смайлики. Какие-то надписи, интересные облачка. Вот такой образ она переродилась после взрыва камней, наверное. Вот такой она стала. И у нее получается чертовски этот хвостик добавился. Кстати, в аниме, если я не ошибаюсь, такой она еще не была. Если я не ошибаюсь. Ну, вы знаете, и к порта, память и так далее. Так что готов принимать критику и оскорбления в свою очередь, 100%. Потому что то, что было в аниме, уже все забыто, естественно. Это и к порту. Она просто умеет уже управлять силой мысли. Но она отправляется в дальнейшее свой путь в этот мир, где может найти, где хочет найти что-то для себя новое, или же найти что-то прошлое. Ну, ребят, вопросы имеются к тому, что нам здесь показывали. У меня много вопросов, потому что я, как всегда, тупой. В принципе, да. Но это мои проблемы. Тут все понятно и ясно для нормальных людей, которые шарят в мире Ark Knights. Я таким не являюсь, для этого у меня... Из-за этого у меня так много вопросов. Ну а так, работа, бомба невероятная. Здесь все хорошо, я бы хотел все песни, которые здесь имеются, вся музыка, которая здесь имеется, добавить все в плейлист и кайфовать вообще. Вау, Аноним, огромное спасибо за этот заказ, это было невероятно. Теперь переходим ко второй песне, я еще раз говорю, я здесь топал, но я... Не размышлял, как хотел размышлять, потому что не хотел портить какие-то смысловые палитры, которые были заложены авторами. Конечно, я что-то вам говорил, но это так, знаешь, поверхностно. Я не говорил все, что думаю по-настоящему, по полной программе, потому что я не хотел. Я уверен, что я бы не попал нигде. Из-за этого я не стал вам говорить то, что хотел реально. Так, какие-то мысли сверху наговорил, и все, друзья мои. Так что аноним, прошу за это прощения. Ну, не хотел, ну, чересчур топовый ролик. Я не хочу его портить с собой, реально. Я здесь лишний, мне кажется, в этом ролике. Я лишний здесь. Ну, ладно. Идем дальше. Дальше у нас ролик, у нас второй ролик. 4 минуты 7 секунд. Лайк я уже поставил. Поехали. Сначала без топов, потом разбираемся. Субтитры тоже встроены здесь. Поджигатель. Ру-суп. Поехали. Эпично начинается. Виктор, просто, муа, хорош мужик. Every
attention. Only one life that she been given. She gonna live it till the clock stop ticking, filling up every minute with your cross for mercy. Some of y'all ain't worthy of this journey, but you ain't gotta worry. Gonna get you back up out of here early, out of sight. You got no vision, lower your voice, you just turn up, listen. I'm here thinking your competition, but you're about to be non-existent. Listen. Then I'm seeing her drive like car partitions. To the wheels fall off or round and still a renegade on a mission. Respect her name, better learn her rep. Better back down, cause you're no threat. Gotta lose something and keep them in check. Spin them around like pirouettes. Running when they see her silhouette. Ain't turning to leaf, but springing her step. Need it in for to see her sweat. Funny cause they ain't even seen her best. Get up and go. She ain't no quitter, but known to deliver a heck of a show. Light up the sky, she fly, mistakes are high. She's never scared to go low. It's better you know. For you get toe to toe, a square Brazilian bait. Stomach rumbling, I'm the type of destruction. Come on and get up, late. No way. Every pair of wings I clip is all just for the thrill of it. The thrill of watching them go down. Оу. Эта песня ко мне в плейлист залетает молниеносно, 100%. Да как же это хорошо. Да как же это хорошо. Адмирал 3335, Чел, Виктор. Просто что вы сделали вдвоем? Адмирал, Виктор, вы гений. Это и перевод качественный, и видеоклип, вот это все. Наверное, Адмирал это все делал, да, вот эти вот вставки, тексты там справа, слева и так далее. Все настолько качественно, насколько возможно. Про что песня? Да про то, что она готова рвать и метать всех, кто причастен. Она готова вниз отправлять и не давать руки помощи. Вот такая вот смысловая подноготная. Что касается песни, ну, ребят, это разнос, а не песня. Это топ, а не песня. Это шик, а не песня. Это что-то высококачественное. Это что-то вот там, вот на высоте горных этих высотах, где-то там, или даже где-то на 20 километрах от нас. То есть можно сверху смотреть на землю, и вот настолько высока эта песня, мне кажется. Мое почтение. Шикарно. Просто потрясающе. Арты просто такие обалденные, что просто можно на них заглядеться, смотреться. Увы, я на текст обращал внимание и не видел вообще арты. Вот сейчас я смотрю на арты, я просто влюбился в эти арты. Я готов за эти арты, как говорится, просто прыгнуть в экран и замкнуться в этом экране 100%. Потом ближний ракурс начались, тоже были разносящими. Я даже не знаю, что лучше. Дальний ракурс или ближний ракурс. Напишите, что для вас лучше, дальний ракурс или ближний ракурс. Потому что и то просто типа невероятное что-то. Просто эти кристальчики невероятные. Это Ви просто потрясающая. Здесь она чуть другая, если сравнивать с тем, что мы смотрели чуть раньше. Там более серьезная работа, стоит заметить, да, там, конечно, история, истории всех, да, там, ее путь настоящий. А здесь все-таки, я так понимаю, это песня, которая сделана, так сказать, в кавычках про ее историю. То есть это
история выдуманная все-таки или же реальная? По-моему, ты написал в комментарии, в сообщении том, что это выдуманная история. Аноним, пожалуйста, напиши, кто ты аноним, что за никнейм твой, потому что будет интересно узнать. И вот здесь, когда все покраснело и красными красками начались ближние ракурсы, просто разломало меня в щепки, в краи, просто на опилки меня разрубило мгновенно. Посмотри на такой детализированный арт. Посмотри на этот детализированный арт. Еще вопросы имеются, вопросов не имеется. Тут просто кайф, наслаждение, удовольствие. Посмотрите на эти волосы. Это не волосы, это просто произведение искусства. Посмотрите на эти торчащие кристаллы. Есть вопросы, нет, ты ее заденешь, она тебя укусит, ты заразишься, ты упадешь вниз, ты будешь хвататься за жизнь, она не даст тебе эту жизнь. Обалденно, просто вау! Я не знаю, как вам, но я просто в оргазме от этого трека, от этого, этой атмосферы данного трека и от всего, что здесь происходило. Виктор, Адмирал, вы гений, вы сделали мое настроение сегодня. Ну и тот ролик, который был перед этим, тоже, конечно же, сделал мое настроение. А как иначе-то могло, в принципе-то, быть? Это просто вау! Ребята, напишите каждый, как вам этот трек, как вам эта история, как вам именно та история, которая была перед этим, этой работой. И как вам вот этот трек? Альтернатива, я так понимаю. Мне кажется, что то, что это просто вау, какой механизм. Эта песня 100% в плейлистик, в душу. Буду ее переслушивать множество раз. И аноним, кто бы то ни был, спасибо за этот заказ. Это было невероятно. Надеюсь, вам моя реакция тоже понравилась. Я просто насытился и кайфанул от всего, что здесь произошло. Первая работа — это просто оргазм визуала. Вторая работа — оргазм для ушей. И та тоже оргазм для ушей, если честно, было. Но здесь, конечно, цепляет и разноплановость тех, кто именно исполнял эту песню. Потому что здесь вот эта девушка, которая просто мила свой вайп, она раскрывала хорошо. И потом мужик, который ворвался, такой хип. На такой хип-хоп стадии, да, то есть что-то такое на быстром, что-то такое на сленговом. И то, что раскрывает ее, да, тоже личность красными атмосферами, это все подмечено. Тоже справил свои задачи на все 150%. По-другому Ниним возможно было представить. Надо обязательно в плейлист добавить эту песню и вообще кайфовать от того, что здесь происходило. Аноним, еще раз! Кто ты? И еще раз! Неважно, кто ты, спасибо тебе за этот заказ. Эта песня на репит уйдет на долгое время ко мне. Блин, вот Ark Knights. Вот Ark Knights вам, пожалуйста. Как давно я не смотрел контента, связанного с этим невероятным сериалом. Ну, точнее, это история. Ark Knights — это игра, это вселенная целая. И как я давно не погружался в эту вселенную. И, кстати, с правой стороны, с левой стороны тоже кадры, которые нужно замечать обязательно. Обязательно. В них тоже кроется смысловая подноготная, огроменная, большая, которая недооценена, которую я не досмотрел, потому что я в центр внимания, так сказать, в ее глаза, в ее облик обращал внимание. А вот на эти правые стороны, левые стороны, вверх чуть правее, вверх чуть левее. То есть здесь, на самом деле, весь кадр — это одна большая отсылка к чему-то, а вот к чему — уже напишите вы, друзья мои. Короче, я получил эстетическое и не только удовольствие от всего, что здесь происходило. А на ней пиши, как тебе моя реакция. Ребят, пишите, как вам моя реакция. Мне кажется, получилось плохо, на самом деле. Потому что я забыл историю Ви полностью, потому что раньше, может быть, я более-менее ее знал как-то и мог бы это все совокупить, как-то сложить, да. 1+1, но сейчас, конечно, нет. Но попытался хоть что-то сказать, какую-то реакцию выдать. Прошу прощения за такой позор от меня, но что поделать, такова моя реакция. Все, аноним, спасибо за этот заказ. Две невероятных работы посмотрели. Пишите, как вам все, что мы увидели. Аноним, респект, не болей, пожалуйста, и респект, кто досмотрел до сюда. Обнял каждого, удачи всем. Чао, бау, до новых встреч. Пока-пока, друг мой, обнял, давай, до новых встреч. Это было невероятное что-то. Пошел в плиз себя добавлять. Давай, пока.